Здрасте, я Анна. Привет, Анна. Если честно, я пью. Много. Иногда мешаю с лекарствами. И здесь я, потому что сегодня я проснулась в уверенности, что видела убийство. 911. Здесь женщину убили. Я четко. Ты свидетель убийства? Она совсем спятила. Я не спятила. Кто-то же должен поверить. А еще у нее проблемы с выпивкой. Нет. Ладно. Может, уберешь от меня нож? Может, хватит всем рассказывать, что я много пью? Знаешь, раньше мне было тебя жаль, но теперь мне тебя не жаль, и молиться я за тебя больше не стану. Кэрол, не хотите поработать детективами? Придется мне. Можно я задам пару вопросов? Вы журналист? Да. А почему не записываете? Женщина по ту сторону озера. От такой книги у вас могло разыграться воображение. Я хочу посмотреть, что там. Это что за хрень? Куда бы ты ни пошел, там умирают люди. Что? Я просто хочу, чтобы все вернулось в норму. Об этом точно напишут. Что они задумали? Ответите на пару вопросов. Вот так. Теперь левый большой палец. Как у вас дела? Прекрасно. Я беспокоюсь. Я буду в порядке. Кто там? Я знаю, что видела. Так ведь? Красное или белое? О, нет, спасибо, я больше не пью вино. Я буду водку.